Ну что же, дорогие друзья, вас вновь приветствует Кисловодское курортное управление. Мы часто создаем видео про те или иные города Кавказских минеральных вод и создаем топы санаториев. Сегодняшний ролик не станет исключением, ведь мы рассмотрим топ-5 лучших санаториев и синтуков в 2023 году. Так что если вас интересует поездка в этот прекрасный город, или же вы сами в нем живете и вам просто интересно, какие же санатории мы решили включить в свой список, милости просим. И да, если вы с нами не согласны, обязательно высказывайтесь в комментариях. Все прочтем. Ну что же, приступим. 5 место. Санаторий Металлург. Начнем с того, что все процедуры, входящие в стоимость путевки, взаимозаменяемые. Также в стоимость санаторно-курортной путевки включены процедуры, которые во многих санаториях отпускаются за дополнительную плату. Например, общая грязь, стоматология, подводный душ-массаж, пневмомассаж, общая магнитотерапия или эндоскопия. У санатория отличное расположение в тихом месте курортной зоны, источники с минеральной водой всего в 200 метрах. У санатория есть скрытый бассейн длиной 12 метров. Корпуса 1,8 соединены теплыми переходами с лечебной базой, столовой и бассейном. Также есть волейбольная площадка и теннисный корт. Очень разнообразная и интересная досуговая программа. На концерты и дискотеки приходят отдыхающие даже из других санаториев. Минимальная цена составит 5290 рублей на человека в сутки. Но мы переходим к 4 месту. А это у нас санаторий Казахстан. У него достаточно широкая лечебная база, ведь помимо обычных санаторно-курортных процедур применяются и методы нетрадиционной медицины, то есть герудотерапия или сокотерапия. Хорошее расположение санатория в курортной зоне города, в пешей доступности, как у предыдущего места, источники с минеральной водой и выход в городской парк. Дети принимаются на размещение от 1 года. У санатория также есть круглый, необычный бассейн диаметром 22,5 метра, с гидромассажной установкой, каскадным душем и восходящим душем-массажем. Корпуса у санатория соединены теплыми переходами, не надо выходить на улицу, чтобы получить лечение, посетить бассейн или столовую. У санатория большая зеленая территория с площадками для игры в волейбол, баскетбол, гандбол, бадминтон, мини-футбол и большой теннис. В отзывах гости отдельно отмечают вкусное и разнообразное питание, а также большой набор процедур, входящих в стоимость путевки. В связи с этим минимальная цена составит от 8000 рублей на человека в сутки. На 3 месте у нас расположился санаторий Источник. У него достаточно широкий профиль лечения. В санатории представлено много редких и уникальных процедур. Карбокситерапия, внутривенное лазерное облучение крови, процедура горный воздух и мануальная терапия. У санатория отличное расположение в самом центре курортной зоны, уже в 100 метрах от грязелечебницы имени Симашко и входа в курортный парк. Это самый новый санаторий Ессентуков, открытый в 2016 году. Имеет заслуженные 4 звезды, кстати. У него есть большой крытый бассейн длиной 22 метра с водопадом-каскад, гейзером, подводным массажем, сауной и хамамом. Корпуса, как и у всех предыдущих санаториев нашего списка, соединены теплыми переходами, ведь они дают возможность получить лечение, посетить бассейн и столовую, не замерзая. В отзывах отдыхающие особенно отмечают уровень сервиса, вежливость и приветливость персонала. Питание в нем происходит по системе «Шведский стол». У него есть собственный бювет с минеральной водой Ессентуки 4 и Ессентуки Новая. Также в санатории есть собственный центр эстетической медицины и косметологии с большим выбором аппаратных, инъекционных и спа-процедур. Минимальная цена составит 11 тысяч рублей на человека в сутки. Ну а мы приближаемся ко второму месту, и это санаторий Русь. В этом санатории широкопрофильная лечебная база, которая представлена несколькими редкими процедурами, такими как подводное вытяжение позвоночника, общая криотерапия, нормобарическая оксигенация, то есть барокамера, и карбокситерапия. Лечебные процедуры отпускаются в выходные и праздничные дни, что достаточно приятно. У него лучший спа-комплекс Эльмонт в городе, обязательно посетите. Также есть большой крытый бассейн площадью 652 квадратных метра. В бассейне есть отдельная зона для детей. Корпуса, как и во всех предыдущих санаториях, соединены между собой теплыми переходами. У него есть большая охраняемая территория с двумя теренкурами протяженностью 600 метров и 1 километр. Питание в санатории по системе «Шведский стол». Тут ничего необычного. В отзывах гости санатория, как и в предыдущем нашем месте, отдельно отмечают вежливый и ненавязчивый сервис. Но что достаточно субъективно. Детей принимают на размещение с рождения. Минимальная цена на одного человека составит 13 720 рублей в сутки.
Ну и наше первое место. Это санаторий «Исток». Давайте пройдемся по его преимуществам. В санатории широкая лечебная база. Что, кстати, неудивительно, потому что во всех остальных санаториях нашего списка она тоже представлена достаточно широким спектром процедур. Но здесь у нас есть 12 программ лечения, в том числе редкие. У санатория отличное расположение в центре курортной зоны. Рядом находится вход в парк. Есть еще и источники с минеральной водой и магазины с курортными товарами. Большая часть номерного фонда была обновлена в 2020 году. Все номера с изысканными интерьерами. У санатория есть крытый бассейн длиной 8 метров. Корпуса, естественно, соединены теплыми переходами. Гости в своих отзывах отмечают, что это отличный санаторий для тихого и спокойного отдыха без каких-либо особых очередей. Ведь это так и есть, потому что санаторий рассчитан всего на 140 человек. Большая толпа там не уместится. Также в санатории проводятся занятия по йоге, аквааэробике, дыхательной гимнастике, гимнастике мозга и скандинавская ходьба. Минимальная цена составит 15 900 рублей на человека в сутки. Ну и на этом наш топ подходит к концу. Если вам понравился ролик или есть что сказать о санаториях, представленных в нашем списке, смело пишите в комментарии. С радостью прочитаем. Удачи и до скорой встречи. С вами был канал Кисловодское курортное управление.